Продаю лодку рыбацкую двухместную. Модель называется Омега-21. Лодка использовалась в прокате много-много лет. Держит она двух человек, уверенно, 3 примерно часа, может быть 4 часа. У меня по ней даже старшка сплавлялись несколько дней. Потом, конечно, как любая резиновая лодка, она потихонечку начинает спускать. Сейчас она постояла с утра, я ее мыл. Сейчас уже время 3 часа дня. Вот видно, что она чуть-чуть спустила. Клапана держат. Где-то, видимо, ли в клапане, или где-то по швам потихонечку она подспускает. Вот там вот есть заплаточка. Чего здесь нету? Нету сидений. За это скидка. Нету пробки на дно. Можно вытащить любую деревянную. За это тоже скидка. И немножко отрывается фартук. Все это ремонтопригодно, можно здесь заклеить, из фанеры вырезать сидушки, сделать пробку из любой деревяшки и использовать эту лодку сколько угодно. Хочу я за нее 3000, с учетом отсутствия сидений и вот порванного фартука, хочу за нее 2500. Если нужны отдельно весла, насосы, это все есть в продаже тоже. Есть еще другие лодки, пишите, звоните.